меня, пожалуйста, смотрите. Все похоже. Да. Ну расскажите нам о ваших соперниках. О своих соперниках. Для начала я скажу всем добро пожаловать на этот турнир в нашу страну, в нашу республику. Все, кто желал сюда приехать, пускай доберутся хорошо. И всем участникам пускай выступить без травм. По поводу своих соперников, я еще всех не знаю. Ну, так, не любитель смотреть там как бы заранее, кто будет приезжать и все такое. А так, думаю, уже завтра вечером будет известно, на взвешиваниях все придут и видно будет. А как ваша подготовка проходит к турниру? На этот турнир, как бы, сколько, месяца два, наверное, я уже готовлюсь. Между этим турниром я еще выбрал старт в Тегеране, там клубный чемпионат был, и там сделал две схватки, провел сбор, и в общем где-то, я думаю, два месяца практически я здесь находился в академии, здесь живу и готовился к этому турниру. Ну, турнир уже пройдет послезавтра, об эмоциях немного волнуетесь, нет? Нет, волноваться что это, обычный турнир для меня это, как говорится, этап отбор какой-то, но... Даже без этого этапа я хотел побороться здесь, выступить и дома, как бы родные стены, да и давно здесь не боролся. В прошлом году так получилось, что в первую схватку я проиграл, хотелось побольше дома побороться. А, думаю, в этот раз все будет по-другому, надеюсь, будем побеждать. А кого вы считаете самым сильным соперником своим? Себя, на самом деле. Слушай, надо с собой разобраться, со своими мыслями. А потом уже выходить к другим. Если я буду сомневаться в себе или в каких-то своих мыслях, смысла нету дальше идти. Хитак, вот такой вопрос. Как морально себя настраиваешь? Может быть, больше проводишь время с семьей? Там. Вот для тебя моральный подход – это очень важно. И как ты настраиваешься именно морально, как готовишься? Ну, по поводу, если брать семью, то это вообще другая жизнь. Я ее с борьбой как бы не ставлю вместе. Борьба – это какой-то отрезок жизни мой. И это, не знаю, вообще другое. Семья – это на первом месте у меня. И не скажу, что они меня сбивают. Они мне помогают, конечно. Какие-то сложности, трудности бывают в жизни. И даже на тренировках что-то не получается. Ты приходишь домой, там у меня есть ребенок. Дай Бог ему здоровья. И с ним человек отвлекается, играется. И я думаю, это многое. Это все отвлекает. И наоборот, как бы забываешь вот эти какие-то негативные эмоции и все такое. Но надо изо дня в день как бы приходить и трудиться. У каждого свой план, у каждого своя работа. И надо его придерживаться. У меня своя тактика, у меня свой план. Я стараюсь его придерживаться и идти до конца. Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем.